Доброе утро. Ну, сегодня на заказе у меня двери гуд. Что можно сказать об этих дверях? Двери какаха. Петли какие-то аякс. Зазор у них 4 миллиметра. Блин, тоже какая-то какаха. Они тонкие, 2 миллиметра толщиной петли. Замки магнитные апекс. Это, конечно, классно. Супер по рекомендации. Отделочник в санузле плитку высоко задрал. Наличник не достает там. Проемы все правильные, но стены завалены на 1,5-2 сантиметра. Двери не телескопы. Санузле поставил по уровню дверь. Здесь комнату по уровню и щелей практически нету под наличником.
Здесь тоже почти по уровню, но под наличником щели. А на двух дверях, то есть на спальне и на кладовке, там, блин, по уровню не получилось, потому что завал полтора по 2 сантиметра. Thank you.